В эфире «Спортобзор» – программа о спортивной жизни Новосибирской области. В студии Кристина Лата. Здравствуйте! В этом году традиционному русскому виду спорта самбо исполняется 80 лет. Новосибирская область – одна из лидеров по развитию самбо в нашей стране. Юбилейную дату руководители федерации, тренеры и спортсмены праздновали вместе с детьми на территории детского лагеря «Березка». Вместе с самбистами на торжество отправилась и наша съемочная группа. Это мы молодцы! Детский лагерь «Березка» уже не первый год распахивает свои двери спортсменам. Постоянно здесь проводят тренировки и отдыхают представители игровых видов спорта и единоборств. Благо, спортивных объектов и площадок предостаточно. Самбистам на природе нравится. Этот вид спорта в лагере сейчас представляют два отряда. Приятно очень, что такое большое количество родителей это тоже понимают и определяют своих детей заниматься спортом. Это же и здоровье прежде всего, не только сила, да, хороший лозунг, самбо сила Сибири. Это так, но это еще и здоровье, это еще и ответственность у детей. Вчера бегали кросс 15 кругов, это было очень занимательно, весело. Я бы не понимаю, что делают другие отряды, которые не самбо. Чем еще занимаетесь? В этом лагере очень весело, потому что тут всякие развлечения. Вот, мы делаем зарядку, вот, и иногда даже две тренировки в день бывают с зарядкой. Уже в начале праздника те, кто о самбо лишь слышал, следят за показательными выступлениями. Восхищаются маленькой Леной Цыгановой. Даже самая юная самбистка не боится бросать более опытных спортсменов. Мы начинали с танцев, но так как все, что умеет папа, это бороться и тренировать детей, и начали ходить на тренировки, и теперь она полноценный член нашей борцовской семьи. Лен, тебе нравится самбо? Очень. Что самое крутое в самбо? За что? Броски! Юбилейную дату празднуют масштабно. Для каждого возраста находится спортивная площадка. Юные березовцы соревнуются в эстафетах. Те, кто постарше, тренируются под руководством Романа Гущи, подтягивают общую физическую форму. Марш! Раз, два. Силу можно проверить в перетягивании каната. Правда, здесь необходимо уметь работать в команде. Самые старшие отряды играют в волейбол и футбол. Второй отряд преподносит настоящую сенсацию и обыгрывает самых взрослых парней «Березки». Конечно, нравится. Да, вообще, что связано со спортом, мне очень нравится. Незабываемые эмоции получаю здесь. Ну, я надеюсь, что еще раз сюда буду приезжать. Пожалуй, самое яркое впечатление – зарядка под руководством трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. На ковре даже не хватает места для всех желающих потренироваться с титулованным новосибирцем. Федерация очень активная, я бы даже сказал, настойчивая, напористая. И поэтому даже здесь, вот в Березке, в этом замечательном вместилище для детского отдыха, ребята нашли правильные подходы. Положили ковер очень наглядно со своей замечательной двухцветной звездой и предложили провести этот день очень содержательно, рассказав о традициях самбо. Ну, я уверен, что селекция увеличится и придут результаты. В неформальной части спортивного праздника фотосессия с известными новосибирскими спортсменами. Слово «самбо» – одно из самых популярных на территории лагеря в этот день. Сами посудите. Дети разрисовали асфальт, кузнец раздает уникальные самодельные монеты с гравировками самбо. На стендах информация для будущих спортсменов. Когда много внимания на самбистов, когда весь город знает, что такое самбо, и, наверное, мы ждем с сентября уже поток новых детей к нам. Больше 300 человек – это дети, которые не занимаются самбо. Они получили какую-то определенную информацию, определенные там знания, да, в области самбо. Где-то посмотрели и показательные выступления самбистов. Уже несколько ребят ко мне подходили, а где можно заниматься. Самое главное, что праздник удался. На этом празднование юбилея самбо в России не заканчивается. Совсем скоро самбистов ждет соревновательная часть. Школьники со всей Сибири будут бороться за право поехать в Москву на всероссийский финал проекта «Самбо в школу».
На сегодня все. Смотрите спортобзор и будьте в курсе спортивных новостей региона. Также подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграме. С вами была Кристина Лата. До встречи!